Володарские военные отмечают в эти дни 25-летие создания войсковой части 5512 Национальной гвардии. Бойцы этого подразделения охраняют общественную безопасность. Несколько дней назад они задержали подозреваемого, который разгуливал по школьному стадиону с боевыми патронами. О буднях солдатской жизни Салават Тимербулатулы. 24-летний Ансар Шакенов в Павлодаре недавно. Приехал в часть сразу после окончания военного института. Служба парню нравится. Говорит, об армии мечтал с детства. А когда в школу пришли из военного института с приглашением учиться на офицеров, согласился, не раздумывая. Строевая выправка, физическая подготовка офицеров, их форма. Изначально это мне очень нравилось. Сдал все тесты. Медкомиссию прошел, и с 2008 года началась моя военная жизнь. Их служба и опасна, и трудна. Бойцы Нацгвардии задерживают преступников и приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. Неся очередное дежурство, недавно они спасли 3 людей на пожаре. Если бы военные не подоспели вовремя, все могло бы закончиться трагично. А накануне ночью наряд задержал молодого человека, который разгуливал по школьному стадиону с боеприпасами. При патруле на территории средней школы номер 6 нами был задержан парень, у которого при наружном досмотре в рюкзаке было обнаружено патроны. Войсковая часть 5512 – одна из самых передовых. С начала года здесь не допущено ни одного серьезного нарушения воинской дисциплины. От командования всем бойцам объявлена благодарность. А особо отличившиеся солдаты и офицеры заслужили более высокого поощрения. Идет хорошее оснащение вооружением, боевой техникой, также воздушными судами Национальной гвардии Республики Казахстан. И хотелось бы заметить, что то доверие, которое на сегодняшний день возлагает на нас президент страны, верховный главнокомандующий, лидер нации, мы будем нести с высокой ответственностью. У старшего лейтенанта Ансара Шакенова двойной праздник. Недавно он получил квартиру. Сейчас семья обустраивается. Первым делом купили мебель и новые шторы. Очень рады, условия хорошие. Я горжусь тем, что мой муж военный. Молодой офицер снова спешит на службу. Кстати, Ансар также получил благодарность. Его рота в части признана лучшей с начала года. Из Павлодара Салават Тимербулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий.